Здравствуйте, вы на канале Шмыгля Резидент and Алина с Хомгард. И сегодня у меня такое, как бы сказать, экстренное видео. У меня зацвела клубника. И хочу вам показать, но начинаю с герани, плющевидной герани моей красавицы. Посмотрите, какая она хорошая, красивая и большая. Вот, я вытянула один кустик. Я почему-то думала, что у меня ее нету. Ну, как бы мало. Уже подумывала, что, наверное, мне придется покупать. Но когда я сегодня делала перестановку среди рассады, была приятно удивлена. У меня 10 кустиков плющевидной герани. Это для меня вообще сюрприз. Я такая довольная. Очень. А сейчас я в начале видео хочу вставить кадр прошлогоднешняя клубника, какая у нас была. И потом посмотрите, как цветет у меня в этом году посаженная клубника. Уже зацвела. А к нам не только весна пришла, а и лето с цветением клубники. Вот, цветет клубника. Не знаю, что с ней делать, так как я хотела. Это для контейнерной сада у меня. Ну, вот, такие дела. Вот клубника такая. Вот такая. Так что скоро будем собирать урожай клубники. А у вас цветет клубника? У меня цветет. Значит, скоро будем клубничку кушать. И вот бутончик. У меня такое ощущение, что у меня скоро и клубника из семян зацветет. Почему-то мне так кажется. Вот что значит рано посеять клубнику. Клубнике 2 месяца. Ту клубничку, которую вы только что видели, та с корешков, я буквально неделю назад покупала и посадила ее, и вот 2-месячная из семян клубника у меня Ruby Ann. И еще Lauren. Такая у меня будет Ruby Ann. Целое лето написано, что она плодоносит. И средние ягодки. Lauren. Вот такая тоже моя клубничка.
Красота. Вот это маленькая у нас Temptation клубничка. Под номером 1. Она еще маленькая. Тоже была посеяна 2 месяца назад. И вот моя Temptation. Та, что очень-очень медленно растет. Вот такая она красавица. В горшке растет. Вот как. Написано, что с ранней весны и летом плодоносит. Но уж очень долго она у меня всходила. И сейчас очень-очень медленно растет. Но красавица. Вот это мне прям хочется, чтобы у меня вот такая была. И клубничка. Делайз, я ее вам уже показывала, которая дала мне уже усы. И думаю, что она тоже скоро зацветет. Так что срочно нужно купить мне контейнера для нее и посадить, чтобы потом ее не тревожить. Вот так обстоят у меня с клубничкой дела. А у вас как обстоят дела с клубникой? Ну, и я вам уже показывала, вот такая Делайз у меня будет. Вот такая она красавица, и надеюсь, что у меня она также будет развиваться. Это та, которая уже пустила усы. И на моем домашнем огородике я хочу закончить свое такое недлинное видео. И вот у меня вот такая герань. Наконец-то у меня 2 кустика. А это вообще вот так хорошо разрослась. Очень хорошо. Это у меня тимьян. Вот такой красавец. Розмарин. Ещё не могу сказать о мяте. Мята какая-то не очень. И мой росточек с розмарина. И вот такая у меня традесканция. На этом я хочу закончить свое видео. Хочу пожелать вам ранней теплой весны, богатых урожаев осенью, теплого лета, здоровья, счастья, мира, благословения. Мир в наших сердцах, в наших домах, в наших семьях, в наших странах. Мир всему миру. И до встречи на моем канале Шмыгля Резидент and Alina's Home Garden.